Видно, в чем я вышел, да? Все. Я не знаю, сколько сейчас. Я могу сказать вам, сколько времени. Время к 5:30. Вот 5:30 и дует теплый ветер. Банда сказала, что на углу 10 минут назад, а потом позвонил Дон и говорит, поднимайся. Я говорю, подождите, я еще не вышел. Нет, ну как, придешь там, Надюха что-то хочет померить. Французские арабы покатались, теперь будут испанские арабы кататься. Я когда Вова сказал, что ты вот посмотришь, отменят маски, а народ так вот ничего внешне не поменяется. Народ, маски отменили, ничего внешне не поменялось. То есть народ по-прежнему ходит в масках. Некоторые ездят в масках в машине одни, некоторые носят по две маски. Ну, на митинге сказали по две, по три. Я лично видел на Фаясе мужик и тетка, вот у них две маски одеты. Причем я напомню, маска, она не для того, чтобы защитить вас. Маска для того, чтобы защитить кого-то от вас. Чтобы ваши бациллы не распространялись вперед. Вот только из-за этого. Но если уже эти бациллы какие-то долетели до вас, вы их вдохнете и через маску. Короче говоря, Надюха что-то ее накрывает. А, да, ты посмотри-ка, не соврала. А? Не соврала, да. Да. Ты же не откажешься от чего? От очередных штанов. Ну мне... Вот человек. С ботами. Да, да. Да не надо мне, я не люблю такие. Я понимаю, но... Не надо, я не хожу. Мне не нужны, честно. Я не хожу в таких. Либо тебе, либо в оранжевый ящик. В оранжевый ящик. Я не хожу в таких. Я отходил. Я отходил в таких уже, все. Вот. Вот, чтобы я в них шел, как на этих самых. Штаны. А можно потом? Нет, ну, пожалуйста. Нет. Что за штаны? Зачем мне штаны? Зачем? Ай, господи. Смотрите, Жанумэ это крутые, крутая машинка. Я знаю такую марку. А вот еще одна. Это если первая сломается. Бернетте. Это я тоже знаю. Да, вот так вот посмотришь. Творческий человек, да? Все есть. Вон ниток куча, педали этих. Какой-то намотка катушек. Что это такое за фигня? Я говорю, смотришь, вот творческий человек, да? Вот это все сделала. А по факту... Так... Короче, вот так вот Надюха хочет, чтобы я как какой-то ковбой ходил. Офигенно. У нас еще рубашка Ральфа. Откуда это? Это с поддона? Это Бостон. Почему Вова в них не ходит? Английская фирма. Вова, почему ты в этих штанах не ходишь? Малы. Малы? Угу. Не жалко? Может, похудеешь еще? Подожди, я не понял, что? Тебе жалко эти... Да они на нем не сходятся от слова может, совсем. Может, сойдутся еще? Нет, почему? Я не допущу это. Как не допущу? Там еще рубашка Ральф Лорен. Она, только я ее постираю. Вова, если что, я когда уезжать буду, я постираю и в шкафчике оставлю. Будем считать это как в фильме «Миллионы Брюстера». Все. Все, все. Нет, нет, рубашку я точно... Нет, не, рубашку я не хочу. Нет, нет, особенно вот такую вот. Это, нет, это не для меня. И на свадьбу сразу. На какую? Не надо мне свадьбу. У меня уже два раза была свадьба. Я хочу показать. Смотрите, как на макбуках красиво горит яблочко. Просто красиво. А сейчас они этого не делают. Хотя он у тебя по толщине... А, ну он у тебя... Да нет, такой же по толщине. Это я обрезала футболку, из нее сделала шнурок. На шнурок повесила штучку, которую мы снимали когда-то там. Марлис Кузьмин.
Бабочка капуста. Боже, бедный Вова, вот это... Так, пошлите. Почему Вова бедный? Потому что ты напрягаешь его, мне кажется. Я тебя напрягаю? Муся. Где же моя... Ребята, я сейчас там... Не обращайте внимания, в своем. Понятно. Мадюшка, пойдем. Ну я очки хочу. Видишь, у меня сколько очков? Посмотри, сколько у меня очков. Я не могу найти очки. И чиносы там есть, все есть. Короче, вот туда в Эрон Сити вам надо. Итак, мы пришли в парк Адемус. Вообще это Леруа Мерлен здесь огромный. Вон он, вот тут вот где-то. Внизу, да, там внизу, да. Пепку, почти что пепка. Тебе бы надо... Да. Зоомагазин. Зоомагазин. Тебе бы надо, друг мой, хоть я и поклялся тебе о кино ничего не рассказывать, но тебе надо посмотреть что-нибудь из Мела Брукса, режиссера. Мел Брукс. А то у тебя только сиденье. У меня седло Брукс. Так, тебе и... Надо... Он снимал обалденные комедии в 70-80-х годах. Великолепные. Хорошо, скинешь мне одну самую какую? Топовую. Страх высоты, конечно. Без которой что жил, что все зря. Да, для меня это сейчас вот... Как помнишь, я тебе рассказывала, собака Баскервилли. Релаксационный фильм. Да, страх высоты, конечно, у него это просто нечто. Но самый известный же его фильм — это «Космобольца», пародия на «Звездные войны». Это... А... Звездные подожди, войны, нет, да. А это самое, подожди, как его? А «Всемирная история»? Давайте, экшен, пошлите. Бегать за свинками. Значит, я вам хочу сказать, я такого большого зоомагаза в жизни не видел. Ой, какие шпунцы. Ой, начинается. Вот это вот сразу прелесть. Это за ушки его. Купи мне, зайчик. А вот. Боже. Кипиш, боже. Привет, ребятки. Слушайте, ну если вы дома им можете обеспечить вот такое, ну о чем? Тогда да, а вот в таком это ужас. Херба. Торчит он? Ничего-то больше нет никого. Слушайте, я такого большого магаза, я повторюсь, я в жизни не видел. Вот Royal Canin я знаю. Во. Это бренд. Я знаю Royal Canin. Там кто-то спит. Боже, там кто-то спит. Где? Где? Да. Давайте посмотрим, кто там спит. А разбудить его мы не можем? Какой-то кнопки нету, нажать. Давай, типа давай. Вставай. Она вот так вот спит. Так, пошли искать. Вот мне рыженьки, вот посмотри. Ну вот какая прелесть. И почем они? Вот он самый прикольный. По 30? Да. Ну такой он, да. А что с ним делать, вот кроме того, любить. Что вот. А? Так у вас для этого есть я, если вам друг друга мало. Я лучше, чем кролик. Ну так мы вот. Я лучше. И дешевле, чем кролик. Я идеальное домашнее животное. Вот это вкусненькое что-то не для меня. Да птички же они живут же открытым способом должны жить. Пахарос. Красивый. Очень красивый. Очень красивые попугайчики. Да, смотрим. Это для рыбок доставать их и пересаживать из одного аквариума во второй. Маленький гений. Мы так быстро нашли? Так, а что-то я не вижу, а где... Ведро купите. Это попугай опять. А, вот он, господи. Так. А что, одну? Ему намного хватит? Ну, на несколько месяцев. Да ладно. Да. Это вот птицы хватит на несколько месяцев, да. Вот этого вот? Давайте ну, там... рыбок пожалуйста. Ну, мы же там еще подмешиваем всякую там разную. Да. Лабудень, да? Рис там, шино. Да. Ага.
Это вот для рыбок, для аквариума внутри заставлять все. Я все знаю, видите, вот я очень умный. Карты. Вот рыбки. На кое мне кое. Вот такие вот плавают в бассейнах в Барселоне, в фонтанах. Вот, вот они. Кои. Кто? Карпы, кои. Ну, карпы, да. Да, наши красавцы тут. Слушай, надо вот видео вставить с нашими этими самыми дискусами. Смотрите, какие рыбки. То есть вот такую рыбку я могу одну купить. Скалярий, примитивная рыба. Она такая красивая, смотрите. А вот неончики, смотри, вообще. Мелкие намного. По 3 рубля. Вообще, мне кажется, это как-то честно, вот как-то мне это печально смотреть все-таки. Золотые рыбки. Вон какие хорошенькие. Тут, вот, тут. Две штуки 10 евро. Вот, смотри, вот такой толщины, вот такой вот длины и со скошенными еще гранями. Да. Хорошие. И куда вы его дели? А, остался там, понятно. И был, второй поменьше вот такой для мальков. О, вот вот, кстати, вот здесь вот лопнуло стекло. Нет, вот здесь вот на склейке. Мы ночью пошли в ленту покупать герметик. Какой-нибудь герметик, замазку, хоть что-нибудь, как бы, да, ничего не помогло. Бедные рыбки. А они умерли, рыбки? Нет. А, ну все в порядке. Я утром взял приятеля, мы поехали на рынок, купили аквариум, рыб. Рыбы были отца. А, Надюха сторожила дома, вода потихонечку вытекала в таз. Она подливала? Нет, она ничего не подливала. Мы приехали, я запустил новый аквариум, пересадил их в таз. Вот, а рыбы-то в 30-градусной воде живут, у нас дискусы были. Кого в 30? Ёперный балет. Оранжевого цвета, вот как могу с этой дворой. Вот. Я понял. Они бывают всех цветов радуги. Слушайте, это все. Мы купили все, что вы хотели. Смотрите, сколько здесь всего есть. Боже, мне кажется, здесь есть все. Давай купим тебе процент. Давайте. Ты услышишь этот звук? Нет. Так. Так. Какая-то не спортивная. На массе. Это как? Не подсушилась еще, жирновато. Поэтому она такая немножко, не это. Слушайте, а есть еще больше магазы вот по животноводческой теме? Все такие. Огромные вообще. Мне кажется, тут просто можно все купить сразу. Нет, вы нет. Да ладно. Нет. Вот что тут нельзя купить? Мы хотим шар новый купить для моего хомяка. Нет. Здесь нету шара? Нету. Спроси у него. Ну, их вообще нет. Сфера, пара, хомяк. Как это будет? Сфера, пара, хомяк. Интерспорт. Это он дороже, чем Декатлон. Да, а Декатлон дороже, чем Спринг. А Столего? Это вот для этой птички, которая сидела у меня. Иди, Занька, мы на скамеечке посидим, тебя подождем. А вот здесь, Пусечка. Если что-то надо, махнешь рукой. Так, подожди, Надя, куда мы пришли? Смотри, красивый коридор. Куда мы идем по нему? От него ничего в сторону нету. Мы идем под автобаном. Мы идем по нашему коридору. Все, отстаньте от меня. Мы идем по автобану. Под автобаном. Автобан наверху. Под автобаном мы идем. Докажи мне сейчас, что мы идем не по... Нет, докажи мне сейчас. Все, мы идем под автобаном. Это Кальфарама. Вот свой автобан. Автобан впереди. Вот он. А мы идем просто в здание, такой большой магазин, здесь Конфорама большая, вообще, огромный магазин. Здесь где-то автосалон Хёнде по правую руку сейчас будет, наверное. Где он? Хёнде. Ну, вот, смотри. Хёнде, где? Ну какой автобан, Леш? Какой автобан? Ну, где ты видишь автобан? Вон. Вот, да, правильно. Хёнде, где? Домино пицца. А чё мы сюда вообще идем, а? Ну, Мишка хочет что-то посмотреть. Так, кого? Где? О, этот больше. Этот еще больше. Так, и что, здесь нету шарика для вашего хомячка? Да не может такого быть. Так, ты, Вова, мне должен рассказать, как вот эта вот детализация. Детализация? Ну, для такого масштаба ничего. Даже очень ничего. Да? Да, даже очень. Вот котики, смотри.
А я сегодня видел змею. Она грелась на солнышке, а я ее спугнул. А возле церкви... Вот, ты же любишь булочки. Вот купи себе булочку. Смотри, какая булочка хорошая. Попробуй. А какая вообще? Это каракуль. Я, Паша, я не хочу даже эту булочки. Давайте, что там мы хотели? Это кота, шмота, что, где, куда, кто? А я не знаю, зачем. А я тоже не знаю, что мы сюда приперлись вообще. Не, мы искать ничего не будем, мы ходим, этого уже достаточно. А, рюкзак твой надюха, ты ей дополнительную физнагрузку. Угу. Утяжеление, отягощение, правильно. Кляро. Куда мы пришли? Вот, Надюша, все-таки 12.50, да? Угу. А хомяку это нужно вообще? Да, он уже непрозрачный, но там не понимать, куда он двигается вообще. Ага. Захоченный, подъездившийся. Кляро. Он же нам в наследство перешел от прежнего хозяина. А, это хомяк не ваш? Мы же забрали его, да. Ага. Неплохо обращались. Плохо кормили. Дети там его постоянно мучили, мутузили. Понятно. А он у нас как в раю живет. Кляро. Ну ты у нас как в раю живешь? Так, ты выйди в этот. Можно подобрать. Какое другое? А полглазика? Ну и что? Полглазика голубой, полглазика. Это Royal Canin? Нет? Нет, не Royal Canin. Что? Ну что? Говорит, пошли, пошли. Я говорю, посмотрите, просто смотришь, как вообще перспектива искажается. Просто как космос, просто ты понимаешь, у тебя эта елка, это все башню сносит нахрен. Он надергался с левянки. Что-то они в сок туда, это же отвертка наверняка, он туда водку плескает. Конечно, конечно. Не можно так переться с сока. Пешка такой, на необитаемом острове, цистерна сока. Хорошо, ты хочешь посмотреть на фонтанчики? Я первый раз здесь за полтора года постоянно езжу. Не-не-не, пошли, Вова. Вы не понимаете, что вы в окрестностях Валенсии, вы не можете показать мне место, где я не был. Не можете. Никак, ни при каком раскладе. Может быть, оно будет там рядом с тем местом. Ну нет. Это очень маловероятно. Что, где, кто, куда, Вова? Рюкзак несет Надя. Все. Я несу свой рюкзак с барахлом. Вова несет коробку с шаром. Как это? Круглый куб? Группа у меня называлась первая, моя группа. 15 лет. Так. Круглый куб. Кляро. Мы начинали с того, что играли кавер-версии всевозможных известных хитов. Deep Purple, Rainbow, Zeppelin. Rainbow. Надо прийти послушать, у них классные балладки есть. Из Led Zeppelin мы, естественно, играли, конечно, рок-н-ролл. Как же без него? То есть вы прямо играли Led Zeppelin? Вот только что петь было некому. Ну, слушай. Народ приходил, смотрел на 15-летних оболтусов. Прямо в ноты мужики, играли? Мужики... Вот прям по нотам? Ну, может, какие-то шероховатости и были, конечно, по возрасту. Но я к 16 годам, как говорили, так сказать, ну, все считали, что это я реально будущий... Джимми Хендрикс. Ну, как для такого возраста, когда вокруг меня окружали там какие-то гитаристы, которые что-то там, там 23 года, 25. На Мальдивах. Понимаешь, как а сейчас, когда я вижу на Ютубе, так сказать, 5-6-летних китайчат, которые там вдувают так, что я, блин... 5-6-летних, а в 15 лет там человек уже все, уже играет. Уже, нет, наверное, кроме как только, знаешь, уже какой-то, дай бог, мысли творческой. Техника, она, ну, в общем, собственно, уже... Все уже. Предел есть какой-то все равно. Китайчата убили все. Китайчата убили все. И промышленность. И искусство. И искусство. Все подряд. Сейчас детишки на Ютубе, я когда смотрю, как играют подростки на гитарах, даже девки. Я думаю, господи, это ж, блядь,
Это ж, блядь, за нее бы там 40 лет назад бы передрались бы, так сказать, все пидоры. А сейчас вон она на ютубе. Они сидят, и никому не нужны, там что-то кашпыряют. То ли, непонятно, то ли порно-актриса, то ли... То ли у нее там, то ли она порно-актриса, то ли она на гитаре играет. А как-то определиться, как бы, так, желательно было бы, как бы, да? То есть все есть у человека, и внешность там, и все вот как бы, да? Просто это стало никому не нужно. Неинтересно. Офигеть. Типа, ну, ну и что? Ну, это можешь раньше, ты играть это на раньше, гитаре. 40 лет назад, ты вот, вот просто сразу автоматически, практически ты звезда. Районного масштаба, городского, так сказать, да, по меркам Питера, это уже что, уже слухи ползут. А вы слышали, вы... Только это медведик, по-моему. Да. Уже слухи ползут, парень есть там в Калининском районе, там они в клубе в каком-то играют, блядь. Парню, блядь, 16 лет, в 10 класс вот только пошел, типа, да, не слышали, нет? Они на конкурсе там будут на районах, в каком-то ДК, блядь, полный зал, все, типа, все ждут там, бесконечно эти все... Мне кажется порою, что солдаты... Видите, там выступает группа там из клуба «Вымпел» Калининского района. Вашему вниманию будут представлены композиции группы «Радуга». Рейн, а, ну человек, да, ты же говорил, да. «Человек Серебряной горы». Когда рабочий человек идет с своего столетия... Ну, ты же рассказывал, да-да-да-да-да-да-да. И погнали, блядь. И народ там сразу, ааа, блядь. Тут же забегает какой-нибудь мед, говорит, всем сесть, всем сесть, всем сесть. И мы там, блядь, ну, поскольку в школе еще учимся на НВП не попасть с длинными волосами, волосы, конечно, стрижки такие нормальные, как бы, да, уставные, но мы там уже, соответственно, уже, так сказать, уже все качество и пошло. И это не под фанеру, это все вживую. Откуда взять так, даже такого понятия не было. О! Соответственно, вот. Стоит там какой-нибудь там 3 киловаттика, портальчики, слева-справа по 1,5 киловаттика. Ну, это нормально уже, так ну, неплохо. Для ДК, района, по полтора киловаттика. Для районного ДК на 1000 мест, извините. По полтора киловаттика, это знаете, хорошо. Так 1000 мест. И плюс еще стоят в проходах люди, так сказать, там 1200 набиваются только так. Клубы-то в Питере были районные. Не хухры-мухры, сталинский ампир, все дела. Ну да. Ну да. Соответственно, что там? Ну, в школе была какая-то нагрузка, так сказать. Приходил завуч и говорила. Ну, ребята, ну, надо что-то такое, ну, ну, это все понятно, замечательно, что-то вы тут на репетициях-то играете такое запрещенно сложное, надо что-то такое, вот, ну, какую-то хоть одну песню на конкурсе, если надо спеть, вышел, что-нибудь, какой-нибудь, ну, выберите какую-нибудь патриотическую песню какую-нибудь выберите, вот, например, там, если с другом вышел в путь, там, что а вам же шано, пиздец, сидим, говорит, на репетициях, барабанщик, блядь, сидит там с палками своими. Да-да, тун-тун-тун-тун. Все такой с палками крутит, блядь, хуйня какая-то, блядь, ну пиздец, блядь. Ну как это можно, как это можно, блядь? Давайте что-нибудь наше. Пошли в жопу, давай. Блядь. Поэтому, соответственно, так вот это все с кондачка там типа... И потом соло на гитаре под чё мы там... Без, друзья, меня чуть-чуть. Чё мы там будем играть-то? А, сейчас тебе скажу, что мы там, блядь, пели-то патриотическое-то сейчас. Все, Алёшенька, сынок. Нет, не, ну какую-то хероту вот это вот, какое-то что-то. Бери шинель, пошли домой. Объясни, почему хероту? Это что-то... бери шинель. Это война Агата Кристи. Гнула и косила. А, я думал, это Агата Кристи. Пришел, я на тебе. И ей самой. Почему военно-патриотические песни такое отношение? Потому что писали их евреи, не нюхавшие пороха, штабные крысы. Я верю в песню только... Тыловые крысы. Да. Но... Я верю в черного ворона, там, что ты вьешься на... Но между тем, так сказать, какие-то песни мне самому в чем-то где-то нравились. Я понял, что как бы талантливо сделано. Ну, если понимает как-то... В белорусском вокзале... А, ну, белорусский вокзал, вот надо посмотреть. Но это песня под гитару. Но это песня под гитару. Под акапельно под гитару. Под акустику. Под акустику. Ну так, в компании. Это не с эстрады. А вот что-нибудь такое, так сказать, вот это вот... А «День Победы» ужасная песня. А мне нравится, как Лещенко спел. Ну, как пел. Этот ложный. Ну, слушайте. Ну, не знаю. Это, война – это вообще не про песню. Ну, понятно, но... Потом мы нашли альтернативу в виде, так сказать, там же так активно крутили по телеку фильм «Розыгрыш», где Харатьян изображал, так сказать, гитариста в школе с ансамблем. Они пели там всякие эти... Когда уйдем со школьного двора, такое... под звуки нестареющего вальса, бабочки летают, бабочки. У меня такое ощущение, что вы, я, где-то я, наверное, пропустил какой-то пласт. Мы в Ленинграде родились и выросли.
70-е годы. Я устала говорить, что тебя родили и забыли в танке. Ну что такое Алушта, дружок? Без всякого сорка, ну что такое Алушта? А что? Была... Южная провинция. Господи, я в Алуште была первый раз. Люди приезжают, отдыхают 3 месяца в году. Ну что? Вышла замуж за первый раз. Провинциальный городок. За Халдея. Ну да. И мы поехали в Алушту. Ну в Алушту. Свадебное путешествие. Бухать там. А что? Надо фотки тебе послать. Я-то вот эти фильмы, вы понимаете, у меня сфера интересов-то была. Лешенька, 14 лет разница. Ну да. Это прилично. Мы там, это был 89-й год. Дружок, я вернулся. В 89-м году мы были в Алуште с первым мужем. И тогда вот смотрели это. Я вернулся из армейки на дембель. Ты пошел в первый класс. Фильм был. Да, вот, да. Все-таки. Сколько тебе было в 89-м году? 8 лет. Офигеть. Леша там по Алуште где-то. Вот, я же говорю, и Леша по Алуште где-то там ходил. Ну как где-то? Второй класс уже был, третий, такой, с кривыми ножками. Мы там смотрели фильм «Голод». А я уже в 85-м году впервые... У меня опять горло. Что? Где? Что? Что? Что произошло? Бухтит что-то, пускай бухтит. Что случилось? Надо больше она просила вчера, снимайте меня больше. Иди снимай. Тогда ей камеру, пускай она сама держит и снимает. Да. Нет, а это моя. В уши, надо дуть кому-то в уши. Мне не интересно дуть в уши, тебе интересно. Она же как рассказывает так же, как и я, как будто первый раз, Лешенька. Ты же не понимаешь. Ребятки, нам нужен кто-то еще. Я один, вы видите, я один не могу. Мы пытались, нас не выдерживают люди. Один. Посмотри на Айнаш. Все. Айнаш? А, ну она посмотрела, думает, так, что-то да как-то... 5 часов, ну куда? Думает, не, она, наверное, посмотрела, думает, ну кто выдержит? Ну его нахуй, и ну, все. Вот, ну вот, все. Вот, об этом и я себя не на помойке нашла так убиваться. Зачем?